Хотите жить в мире, где все чувствуют себя комфортно и спокойно? Или предпочтете реальность? Возникли новые конфликты, но методы прежние. Дипломатия, война. Они не всегда работают. Иногда нужен третий вариант. Мы призраки. Правительство считает, что нас не существует. Но мы реальны, и мы решаем проблемы. Скажу один раз. Исчезло 4 килограмма радиоактивного изотопа. Этого достаточно, чтобы уничтожить 6 мегаполисов. И ему известно, где он. Сэр, остановитесь! На колени! Чего ты хочешь? Свалить из страны. Он шпион. Речь идет о жалком продажном копе. Раз вы сейчас здесь, не такой уж он и жалкий. Будьте осторожней. Вы тоже, мать вашу. Это ваши люди в посольстве? А ты силен. Тебе можно верить? Посадите меня в самолет до Штатов, и я все вам выложу. Действуй. Операция как раз для вас. Цель — доставить объект вот сюда, на 22-ю милю. Давай, погнали. Два мотоцикла на хвосте. Быстрее, черт возьми! Прием, это первый, мы влипли, по-крупному! Запрашиваем божью длань. Готово, огонь. Сколько миль мы проехали? 12. Наш ангел будет на земле минут 10. Проворонит его, им крышка. Не успокойтесь, пока всех не порешите. Так играем. Я в деле. Вы монстры, но я еще хуже. Я убийца, похожий на героя. Волнуешься, Элис? Ты что, шутишь? Как сам? Я спокоен, как удав. Это потому, что ты псих. Спасибо. Мы из лондонского ателье «Кингсмен». Возможно, вы слышали о нас? Сегодня начало новой эпохи. Момент, я все покажу. Скажите «Кингсмену» «до свидания». Тут как бы немножко мир спасать надо. Добро пожаловать в «Стейтсман». Мы ваши американские коллеги. Работать будем вместе. Начнем. У нас мозги, мастерство. А у вас скакалка? Это лассо. Не убедил. Ух, как по-американски. Ясен хрен. Манеры, лицо мужчины. Знаете, что это значит? В 4:27 наряд получил вызов. Живы из машины! Превышение скорости в центре. Пошел, пошел, пошел! Офицеры доложили о выстрелах. Трупы были повсюду. Мы возьмем. Я и Кэс. Город кишит продажными копами. Дамы и господа, герои Невады. Это ищем.
Винсент Даунс, отдел убийств. Дженнифер Брайант, внутреннее расследование. Крутая тетка полицейский, неплохо. Привези его домой к 9. Пап, когда ты вернешься домой? Сын, я тебя люблю, но об этом говорить не буду. Просто доверься мне. Саймон! Папа! Саймон! Винсент Даунс, ты меня обокрал. Верни, что взял, или сын домой не вернется. Весной! Нам сказали, это легкие деньги. Не бывает легких денег, они дают сдачи. Что происходит? Сына похитили. Найди его. У нас проблема. Целься внимательнее и молись, чтобы наповал. Джейми Фокс. Я 2 года под прикрытием. Мишель Монахан. Он знает всех игроков, знает их методы. Я заплачу всем продажным копам, чтобы Винсент Даунс сдох. Бессонная ночь. Тронешь моего сына, прикончу. Скоро в кинотеатрах. Вы когда-нибудь мечтали создать свой онлайн-бизнес? Например, паблик в соцсетях, который будет приносить вам стабильный доход, или свой собственный телеграм-бот, ютуб-канал, или вовсе написать свой онлайн-курс, который с радостью будут покупать у вас даже без вложений в рекламу. В телеграм-боте «Мир интернет-бизнеса» вы найдете бесплатные обучающие пошаговые уроки по созданию своего онлайн-бизнеса с нуля. Там вы найдете много всего интересного и полезного. Заработок в интернете, продвижение, раскрутка, инвестиции и многое другое. А если у вас нет телеграма, все уроки и полезные материалы есть на их сайте. Мир интернет-бизнеса уже помог создать свой онлайн-бизнес многим. Теперь пришла и ваша очередь. Переходите по ссылке в описании и убедитесь сами. Превращайте свои мечты в реальность. Ну что, начнем? Эй, Роман, уже паникуешь? Нет. Еще как. Напомните мне, что мы все здесь забыли. Разве может быть что-то круче? Погнали. Ада! О, черт! Цепляй. Твой выход. Я вытащу тебя отсюда. Прыгай! Похоже, Лондон нас так просто не отпустит. Помни Шоу и на Шоу. Так это его большой злобный брат. На нас идет охота. Последняя гонка. Вот это я понимаю. Папочке пора на работу. Мир не играет по твоим правилам. Ты и твои друзья должны с этим считаться. Мы не просто друзья. Мы одна семья. «Форсаж 7». Смотрите в кинотеатрах.
Вы хоть представляете, как сильно вы облажались? Вам приказали доставить груз и свалить оттуда нахрен! Нас обнаружили. Пришлось импровизировать. И вас озарила идея проехать на танке по улицам Сараева? Так точно, сэр. Я что, похож на дебила? Так точно, никак нет, сэр. Есть тут еще одно дело. Ходят слухи, во время Второй мировой нацисты конфисковали у французов золото. Местные взорвали дамбу, затопив деревню с немцами и золотом. Пришло время золото поднять. Что скажете, парни? Вперед! Вы понимаете, что речь идет о золотых слитках на 300 миллионов долларов, которые пропали полвека назад? Крупная несанкционированная спецоперация. На глубине 50 метров под водой. В самом центре вражеской территории. Это наш шанс совершить для этой страны что-то великое. Да, детка. Теперь еще и охотники за головами мечтают о встрече с вами. Мы честно не деремся. Не парьтесь, я тоже. Вы понимаете, что нарушили присягу? Всегда мечтал уйти красиво. Они рядом! Пошел, пошел, пошел! Нужно было другие труселя надеть. Впереди танк. Сзади еще один. Ну что, парни, поплаваем? Закрой глаза и сложи ладошки. С годовщиной, милая. Какая красота. Чувствую в вашей беде. Жене стало лучше. Мужчину, который ее изнасиловал, освободили досрочно. Он насиловал и изнасилует еще. Но мы можем решить этот вопрос. Кто вы? Я представляю организацию, которая останавливает подонков. Я не совсем понимаю, о чем вы. Прекрасно понимаете. Вам это ничего не будет стоить, но мы, возможно, попросим вас об одолжении в будущем. Стойте! Мы не говорили, и мы не знакомы. Насильника нашли. Он покончил с собой. А что вам надо? Просто поговорить, расслабься. Нам нужно, чтобы ты кое-что сделал. В наших договоренностях не было ни слова об убийстве. Убирайтесь из моей жизни. Надо идти в полицию, все им рассказать. Среди них есть и полицейские. Обещание надо выполнять, Уилл. Вы себе не представляете, на что способен этот парень. А я думала, ты дома. Вроде слышала шаги. У справедливости. Мистер Вальчак, мне нужно с вами поговорить! Нет! Есть! Сэр, у нас ордер на ваш арест. За убийство. Что вообще происходит? Цена. Я выйду отсюда. Подождите 10 секунд и валите нахрен. Не успеете уйти, до утра не доживете. Николас Кейдж. Меня хватит! Вернись, давай поговорим! Сколько вы за мной следили? Не забывай, что мы для тебя сделали. Просто сознательные граждане, жаждущие правосудия. Голодный кролик атакует. Один готов. Кемар, прием. Он ждет тебя в студии. Вот так сюрприз. Впервые рад тебя видеть. Сануса? Я не понимаю, что ты говоришь. Он хочет обнимашки. Мой сладенький. Ну давай, я тебя обниму.
Ты держишь ствол, прямо как твой отец. Это ты убил мою мать. Где она? Продали в Москву вместе с остальными. Кто? Сулейман Секер. Секер, верни мою дочь. А может, она любит пожестче? Я уже потерял Изабеллу. Лени я потерять не могу. Приятно познакомиться, мистер Чиллер. Я убью тебя и сожгу твой дом. Я же говорил, мы еще встретимся. Тебе туда нельзя. Повернись. Они будут стрелять. Я тоже. Что это было? Думаешь, меня можно испугать пушкой? Я из-за вас опоздаю, а я ненавижу опаздывать. Гляди-ка, мисс номер неопределен, снова звонит. А с чего ты решил, что это обязательно мисс? Догадался. Ясно, пап. Это перевозчик? Где груз? Кто это? Поехали. Всем выйти из машины, быстро. Никто никуда не пойдет, поехали. Сэр, выйдите из машины. Пристегнитесь. Надеюсь, мы еще поработаем вместе. Не будем торопить события. Средиземноморский банк уже грабили раньше. Но подобным образом впервые. Водитель. Его называют перевозчиком. Он заплатит. Могу я вам чем-то помочь? Привет, Фрэнк. Кто это? Ты и твои друзья кое-что у меня забрали. А я забрал кое-что у вас. Даю тебе 12 часов, чтобы найти отца, прежде чем я убью его. Вы втянули меня в это, озадно и отца. Поехали к боссу. У нас есть выбор. Сомневаюсь. Едет. Нам нужна помощь. Укладывал детей спать. Меня зовут Леонард Тернер. Я работаю в Центральном разведывательном управлении. Меня взяли в заложники. Примерно через 14 часов они захватят всемирные системы связи. Если их требования не будут выполнены, все шахтные пусковые установки будут активированы с координатами цели Соединенных Штатов. Гарри! Гарри! Твой отец! Сэр, я хочу участвовать. Твоя цель — вернуть отца, моя цель — защитить свободный мир. Эти цели совпадают. Мы справимся без вас, агент Тернер. Сэр, иди домой, сынок.
Гарри, мне жаль, что все так случилось. Мне тоже. Угроза для всех стран. Сэр, связь отключилась. Азия, Европа и Южная Америка потеряли связь. Становится заданием одной семьи. На юго-востоке Соединенных Штатов есть террористическая группировка. Где ракетные коды? Ответьте, я спокойно уйду. Я тоже скучала. Келан Латц, Брюс Уиллис, Джина Карана. Каков план? Проникнуть внутрь и спросить их, где коды. То есть плана нет. Кино прокатывает. Ты либо на их стороне, стреляй, либо у них на пути. Не смей угрожать моей семье. Совсем ведь не сложно было. Извлечение. Скоро в кинотеатрах. Тут кто-то фугасом в носу поковырял. Разрывная 9-го калибра. Запрещенное боевое оружие. Меня зовут Сава. И это мой мир. Мой отец был копом, боролся с картелями. Но Эмир убил его. И маму тоже. И вот труп за трупом. Я несу возмездие. Пока не доберусь до Эмира. Это все, что я помню. Это все, что мне надо помнить. Я тебе забочусь, как хотел твой отец. Это мой долг. Найди девчонку. Убийца моих родителей. Как ты узнал, кто он? То есть ты мстишь за своих предков? Это как наркотик. Желание отомстить. Сдохни. Я создал чудовище. Прекрасное чудовище. Когда его жизнь закончится, моя наконец начнется.